Всем привет, друзья! Вы снова на канале Борода Плей. С вами снова я, Серега, и мы продолжаем играть в игру Assassin's Creed Valhalla. Наливай чайку, кофейку, что-нибудь покрепче, я пока вспомню, что было в прошлой серии. Значит, в прошлой серии, даже, по-моему, аж две части, две последние прошлых серии, мы ищем предателя Соммы. Кто-то ее предал, мы пытаемся это узнать, и мы сейчас идем, точнее, не идем, ну да, мы идем по воде. Найти нужно нам, короче, драккар с желтой краской. Это нужно сделать на болотах. Болото, блядь. Вот он задание. Найдите в болотах желтый драккар, блядь. Болото, по идее, вот это. Вот, болото. Значит, мы вот так вот по кругу сейчас и будем плавать вдоль берега. Да. Задание такое себе. Потому что, блин, ну тут можно как... Нихуя себе. Тут можно плавать, как бы, и охуевать вообще. Я вот не знаю, вот драккар. Вот видишь, слева драккар торчит из-под воды. Вот он какой, желтый, он не желтый. Вон там еще драккар, видишь? Я к тому, что как, блин, узнать, где там этот... какой-то лагерь. Какой лагерь, погоди. Не, на этот лагерь мы уже набег делали, нам это не интересно. Давай просто найдем драккар. Гляди, какой-то форт. Да-да-да, лагерь форт, да. Есть такой, да? Так, ну это явно не драккар, это все, что от него осталось. Ни хера не видно вообще, смотри, куда плыть. Смотрим. Ага, нормуль. А, погоди, погоди. Ну это уже, это уже, наверное, не болото дальше. Нам нужно, наверное, сюда вот свернуть. Хотя, вот, смотри, какой-то драккар, ну-ка. Бля, это он. Перестань. Это есть, вот, вот он, по-моему, желтый. Вот он желтым измазан. Читать. Надпись на драккаре. Творец корабля, что любит искусство, он за щитом чести прячет свои чувства. Так мы здесь были, погоди. Мы это читали, когда мы с Соми помогали. Ну вот он, желтый. Да, тот чувак, который делает и красит драккар, он говорит, что он их частично красит. То бишь, получается, вот, борт желтый покрашен, типа, да, и все. А нам нужно искать... Бля, я не знаю, нам нужно искать чисто желтый, что ли, полностью. Бля, я уж думал, вот, нашли уже все. Поищите доказательства на болото. Да что такое? Да не видно ни черта тут. О, блядь, на мель, что ли, сели? Серьезно. Смотри, точнее. Поднять пар. Ага. О, съехали. Так, уйди своей музыкой. Бляха, вот засада. Почему, почему здесь-то не проехать? Ничего не понимаю, честно. Честное слово, вот вообще. От слова совсем, блядь. Так, что-то оплыли, ладно, хорошо. Бляха. Вообще ничего не видно. Как здесь что искать? Ну, направо, да, здесь правее надо. Бля, ну это вообще... Вообще ничего не вижу. Вот еще один стоит, смотри, там вот есть. Давай-ка туда. Набег. Может быть он. Давай, набег. Ох, в голову мне прилетел уже, пока я там трубил, а. Да выпрыгни.
Ах ты ж сука какая! Ах ты бляха! Соскочил, на, готов. Ебать! Знаете, один поможет нам! Нам точно поможет, а вот им уже нет. Да дай пройти, бляха. Ты умрёшь! Готово. Вперед, он там вот еще. Давай, давай, вон, догоняем его. Есть. Да, походу вы на месте, потому что как раз таки вот здесь и бой вот пошел какой-то непонятный с какими-то чертями. Все, да? Ты. Вот, да, наверное, дракар, вот он. Да-да-да, вот, все. Опа. Так. Часть из них бросилась за выжившими в туман, а остальные разграбили судно. Ага. Так, хорошо, давай дракар рассмотрим. Так, вельва ему судьбу показала, взгляд его ясен, да крепче металла. Охуенно. Так, и вот здесь вот еще, вот, взаимодействие. Дракар наспех облили желтой краской. Странно. Зачем нужно было делать его не таким, как другие? И че? Дракар наспех облили желтой краской. Странно. Зачем нужно было делать его не таким, как другие? Ну, видите, в болотах желтый дракар. Я выполнил это задание или нет, я понять не могу. Оп, подожди. Ай, добыча. Блять, опять найдите в болотах желтый дракар, не уходит. Может быть, еще надо найти? А, быстрое перемещение делаем. А, быстрое перемещение, да. Так, что ж. Давайте попробуем сейчас что-нибудь придумать. Я не знаю, что делать. Я серьезно не знаю, что делать. Так, побежали сюда. Попробуем поговорить с этими еще. Может быть, они что-то скажут про этот корабль. Типа, может, ну как-то можно. Типа, я нашел корабль, который облит желтой краской. Что это за хуйня и все такое, короче. Может, они что-нибудь скажут. Я очень в этом сомневаюсь, честно говоря, но... Тем не менее. О! Чем я могу помочь? А! И все? Да блядь! Мне уже пора. Да не ты мне нужна, стоит она, танцует мне тут. Я просто смотрю знак, что можно поговорить. Я думал, может там какие-то сведения появились. Ой, бля, вот это дурацкое задание, это вообще глупое задание. Нет. И прям на курм, на нахуй. О, тихо. Вот а, что это сейчас ты, будет? Солнечный луч. Да это я, блин, привет. Так. Я размышляю. Ты любишь Сому, говорят, у тебя темное прошлое. Ты собиралась уйти и была готова к долгому путешествию. А, ты видела раньше письмо о желтом дракаре? Что ты видела в ночь на... Подожди. Я нашел письмо, запрещающее саксам нападать на желтый дракар. Среди наших дракаров нет желтых. Вроде бы. Заебись. Я видел, ты собралась в дорогу. Ты хотела уйти отсюда? Предая город, меня бы здесь уже не было, верно? Но я осталась. Лучше быть под лесом и с разбитым сердцем, чем уехать и тосковать по ней. Бля, я хуй знаю.
Я хуй знает. Мне пора идти. Я вот реально, я не знаю, что еще. Просто не представляю, что еще можно здесь сделать, блин. А сейчас просто пойду скажу, что я знаю, кто это, и обвиню. Могу я еще чем-нибудь помочь? Ну и что, да? Хотел спросить. Ты же не считаешь, что мы хороший правитель, мы тебя украли желтую краску, мне удалось найти бочонок из-под твоей краски. У реки я нашел батарейку из-под желтой краски. Да? Не так давно ее украли из моей мастерской. Я нашел ее на берегу. Она была пуста. Я не помню, я это ему говорил, да? Блять, нахуй, я не понимаю. Мне пора идти. Я реально не понимаю. Вообще похеру, все, короче. Даже если провалю это задание, мне уже пофигу. Я не хочу просто тратить на это время. Я не понимаю вообще, что мне надо делать. Найдите в болотах желтый дракар, блядь. Я его нашел, я не понимаю, что мне делать. Потому что дракаров нет. Нашел ли ты в Грент-Эбридшире достаточно подсказок? Готов ли назвать имя? Вот что я знаю. Насчет Бирны, насчет Галина. Ну-ка. В день нападения дракар Галина наспех покрасили в желтый цвет. Он хотел, чтобы его дракар отличался от наших? Все, что ли? Так, пока это Галин у меня на примете. Бирна готовилась покинуть город. Накануне нападения Бирна собралась в дорогу. Думаешь, она хотела уйти? Она была готова к тому, чтобы уйти. И вообще, видишь, ничего больше вообще, ничего больше не происходит. Ну, Олива... У стапелей я нашел пустую бадью из-под желтой краски. В ночь нападения такой краской красили дракар. Странно красить корабли в такой час. Но ведь это ремесло, Лива. Пиздец. Ночь нападения люди видели кое-кого. Чего? Один из местных жителей видел, как прямо перед нападением кто-то бежал от города к реке. Он узнал этого человека? Нет, нет, блядь. Помешал туман. Но кем бы ни был тот неизвестный, он знал, что грядет беда. Отлично, и за счет мне удалось найти письмо, где упомянул желтый дракар. Я нашел послание для воина. Ты сказал, что дракар Галина покрашен в желтый цвет, да, так? Да. Подожди. Я нашел послание для воинов саксов. Им запретили нападать на желтый дракар. Вот. Ты сказал, что дракар Галина покрашен в желтый цвет, так? Да. Так, хорошо. Думаю, этих доказательств хватит. А ты въедлив. Ну-ка. Так кто же предатель? Блядь, ну Галин, наверное. Тебя я хуй знаю. Галин. Я не знаю, ты мне уверен? Похер. Нет. Да, блядь, да, похер вообще. Вот честно, я не знаю. Ну честно, ну я не знаю. Ну не знаю я. Мне в там своей жизни я не делала ничего труднее. Будь рядом, Эйвор. Ты нужен мне. Я не знаю. Как ты думаешь поступить? Как должно ярлу? Ну, как? Сейчас соберет и всем скажет, да, перед всеми. Моя семья и опора. То, что случилось, ну-ка, с нами, ну-ка, ну-ка, больше сейчас не будет должно интересно. Повториться. Сегодня мы убьем Вигмунда. Но сначала мы убьем Галина. Но не все вместе. Ага. Ибо невозможно пережить зиму, если в кладовой крыса. Сейчас всадит ему, наверное, и все, смотри, просто в бочину. На нахуй. Галин, ты предал меня, мерзавец. Что за вздор?
Сома, я обязан тебе жизнью. Ты ключ к тайне моей судьбы. Ты приведешь меня к победе. Хватит путать их со своими глупыми выдумками. Твоя судьба мне неведома. Но я знаю, что из-за твоих наваждений мои люди встретили смерть. Мой город был осквернен. Кто позволил тебе поставить себя выше всех нас? Заебись. Он слепо верил в судьбу, а мог верить в нас. Уберите его. А они все, наверное, предатели, все заодно. Этот Дракар строил, этот его покрасил. Я словно оторвала себе руку. А это хотело съебаться. Пусть просто. Пусть ты убьешь Вигмунда, но это не поможет исцелить твою семью. Думаешь, я не знаю? Это урок для всех. Либо служи мне верно, либо будешь страдать. Ну, потому что он тогда и этого, которого допрашивали, он зарезал, чтобы тот ничего не сказал, мне кажется. Он просто взял его, пырнул и все, типа того, что... Такой руками развел, типа, а что такого? Опа! На одном ее плече бремя власти, на другом бремя усмешнее ее людьми. Так. Один груз упал, и она пошатнулась. На то, чтобы восстановить узы, уйдут годы. Но тяжесть ушла. Ей стало легче. Она правитель, а не друг, Эйвор. Нельзя быть и тем, и другим. Ага. Во мне приходы, я с Одином разговариваю. Ничего. Хочет состязания. Это что сейчас было? А кто сейчас упал там? Что здесь случилось? Или мне показалось? Лук валяется. Здесь кто-то как будто упал, нет? Так, встретились с людьми... Встретились с людьми из Сомы, окей. Так, встретились с людьми из Сомы. Куда? Ты чё? 1300? 1300? Хуя? Остров Или. Входит в цепочку песня о Соме, глава 5. Встретились с людьми... А, ну сейчас пойдем это херачить всех, понял. У меня такое ощущение, что просто вот этот наш выбор, он повлияет на то, что случится вот здесь вот сейчас, мне кажется. Либо предатель не он, и я ошибся, и просто-напросто предупредя там людей, будет какая-то хуета. Либо, может, я угадал. Я, честно, не знаю. Так, у нас нет быстрого перемещения. Во, быстрое перемещение вообще отлично. А сюда мы можем прямо? Нет, слишком. Хорошо. Давай сюда быстрое перемещение. Так, так, прям в воду можно. И в камень. Бах, башкой. Так, хорошо. Так, мне надо вот сюда. 181 метр. Это очень хорошо, что есть быстрое перемещение. Я бы сейчас херел бы туда это бежать столько. Блин, мне уже интересно просто самому, я правильно это понял или нет. Что это Галин со своими видениями или с чем-то, я не знаю. Сейчас узнаем, наверное. Сейчас нам все скажут, либо что-то случится. Просто меня в нем больше напрягло то, что... Он тогда зарезал нашего пленника, которого можно было пытать и... Предателям место в Хельхейме! Там они ответят тем, кого погубили. Ага, хорошо. Стрелы, смотри, тут можно прям полностью восстановиться. Сейчас будет, короче, пизеловка. Так, и вот так. Сома. Эйвор, ты все же пришел. Ну, куда мне деваться? Меня задание направляют. В темное время всем нужны друзья. Готовы убить Вигмунда? Да. Если что пойдет не так, мои люди вступят в бой. Так, хорошо. Так, найдите и убейте Вигмунда. Он укрылся в монастыре на острове Или. Хорошо. Пойдем потихонечку. То есть нам надо проникнуть, как бы, да, тихонько. Если что, то люди пойдут в бой, типа того, как я понял. Я вижу руду. Это уже интересно. Да, монастырь-то здоровый, падла. На вершине холма я чую его.
Надеюсь, так, ему нравится вид. Последний в его жизни. Сейчас попробуем по стенам, а пробраться... Эйвор, кровь в моих жилах кипит. Я слышу голоса павших друзей, вызывающих Вигмунда на бой. Хорошо. Он не покинет монастырь живым. Хорошо. Тут есть проход, сейчас мы туда проникнем еще раз, пожалуйста. Вот, он прямо здесь, отлично. Если меня узнают, будет плохо. Ага, капюшон надел. А, смотри, это не нападение, это зона этого самого подозрения. То бишь, он прям вот здесь, да? Так, я вот не вижу там... Не, по-моему, там окна никакого нету. С другой стороны... А, здесь, наверное, нельзя через витраж зайти. Так, погоди. Открыть силой. То есть, в принципе, можно ворваться, да? Да пофиг, давай. Нет, нет, давай не будем, подожди. Надо сообразить, подожди. Давай заберемся все-таки наверх куда-нибудь. Посмотрим, что есть сверху. Для начала. Зачем нам сразу так врываться и все крушить кругом? Давайте потихонечку начнем. Вот, например. Нет. Там не залезть. Так, погоди, здесь можно спрыгнуть. Это понятно. Ладно, это да-да-да, это понятно. Хорошо, молодец. Так, посмотрим еще повыше. Ой-ой-ой, да куда ж ты? Не, это не то все. Я не знаю, может там синхронизация есть. Похер, уже заберемся. А, он не забирается. А, вот есть. Зачем я сюда ползу, кто знает. И чё? И ничего. Ладно, хорошо. Бесполезно это было занятие. Так, тогда что, вырываемся и все, прям и мочим. А что еще делать? Больше делать нечего, все. Так, вообще, мне кажется, мы его жгли, этот собор уже, если честно. Или как-то храм, что это. Давай попробуем вот здесь, если что... В окно вот никак, да, не хочет он. Я бы его расхерачил, туда бы залез просто. А вот здесь вот. Понятно, здесь тоже ничего интересного. Можно пройти на дерево, но не более хорошо. Так, сейчас обойдем с другой стороны. Просто не хочется сейчас эту мочилову здесь такую устраивать. Хочется зайти тихо, убить и как бы по-быстрому свалить. Да, я вижу, он здесь, хорошо. Все. Тихо. А это кто бегал внизу? А, это баба, это гость, ёпта, я, блядь, я вах. Я думаю, кто это там бегает. Ладно, все, друзья, врываемся и хуячим. Нехуй здесь думать. Врываемся и просто и хуячим. Всё. Открыть силы, значит, открыть силы. Все, открыть силы, нахуй. Эй, я сам не справлюсь. Не надо кричать, только. Спокойствие. Только спокойствие.
Перед смертью ты будешь страдать. Вау! Я не умру снова! Вот это... Вау! Не убить! Иди, иди сюда. Пора тебе замолчать. Давай! Тихо. Я его замочил, отлично. Все. Вот, блядь, так а что ж ты стоишь? Красотка, блядь. Дерись давай. Охуеть. Еще разик, есть. Давай, давай. Оба, оба уходим. Тихо, ушим. Отлично. Тихо. Бля, эта штука мешает, пожалуйста. Выпотрошу. Готово. Ну и быстрый удар. Давай. Есть. Воу. Готово. Кто еще против того, чтобы мы его прибили? Никто? Все, хорошо. Так, нам надо его бахнуть, добить наверняка. Ах, гадина, на, держи. Ча, сердце. Чё? Блин, надеюсь, сейчас не будет как в прошлый раз у меня на этом все закончилось. У меня игра не стала загружаться вот с этой заставки. Убить его, язычник, он. И чё? Ай, спокойно, иду меня всех настраивать. Отлично. Он хочет стереть меня из вашей памяти. Ты чё? Сражайтесь, умрите за меня, умрите! Охуенно вообще, ничего себе. Я бы не ответил на такой призыв. Ага, это Один опять тут. Отдаёшь их жизни в обмен на твою? Они никто, ни земли, ни богатства, ага, ни вот, видишь как, ага. Меня же будут помнить. Да, а ведь о добрых людях живет вечно. Ты же заслужил лишь проклятие. Охренеть. И пусть богатства давали мне власть. Проклиная меня после смерти, люди лишь укрепят ее. Прикольно. Я умру, но мой орден будет править всегда, повсюду. Это нахер, я всех перебью по цепочечке. Сдавайтесь. Отдайте нам то, что должно. Земля, сокровища, прошлое, а не наши. Все. Наши! 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 Один вахуй вообще. Есть. Ты там и окажешься. А, вот так вот просто он его. Я думал, сейчас башку ему там с плечи, все. Он какую-то медаль с него сорвал, шайбу опять какую-то. Один такой всегда почему-то со мной ходит. Интересно так вот это. Вернемся в лагерь, пока я не сорвалась. Готово. И не сожгла тут все дотла. Нужно быть осторожнее. Секундочку. Дома можно отстроить, посевы вырастут снова. Но письмо члена ордена, дневник члена ордена. Произошло но нечто неожиданное. Есть новый друг и союзник, Сома. Сейчас, я они договорят? Клан. Буря скоро закончится. Ты прав, я знаю. Просто в это верится с трудом, когда ты в самом ее центре. Произошло нечто неожиданное. Данные Гертенбриджа сплотились и помогли им чужак. И помог им чужак. Они отбили город и сорвали все мои планы. Я в западне. Это про меня говорят и про этих, наверное. Я собрал людей, которые у меня еще остались, и вступил в монастырь, что на острове Или. Я останусь здесь до тех пор, пока вы... И письмо резко обрывается. Понятно. Это вот он писал, короче, да, это он писал про нас. Супер. Так, смотрим. Здесь что-то еще есть у нас? Здесь больше ни хера нет, друзья. Уходим. Спокойно. Да нет, ну ты чё, ну да ты чё делаешь, ну чё ты? Спокойно, спрыгиваем и уходим. Кстати, у нас одно очко опыта все еще горит, мы его не распределили, ну потом распределим, ладно, оно одно неинтересно. Потом слоем еще два и распределим три сразу аж. Так, капюшон, нахер, сними этот капюшон. Трансформируй капюшон в шлем.
В какой-то серии, помню, прикалывался. Он когда капюшон одевает, у него шлем просто пропадает. Когда капюшон только скидывает, шлем раз, и тут же чик и появляется. Он как этот, я его сравнил с этим железным человеком. Он тут тоже кнопку нажимал, у него ниоткуда появлялся шлем и костюм. У этого точно так же. Ууу, да-да-да, я такой, да-да. Еще одна заставочка, клево. Прикольно. Вот здесь сюжет интересный, здесь сюжет классный. В этой игре, мне нравится. Тем более, это первый Assassin's Creed, который вообще играю. Первый вообще. Эйвор, ты путеводный огонь. Ты разоблачил Галина, призвал его к ответу. Я все-таки был прав? Я была в ужасе. Я был прав? Серьезно? Галин убил себя сам. Я бы тоже попросил, я бы тоже просил о помощи. Так, поступить так, как требует. Так, Галин убил себя сам. Такое предательство само по себе смерть. Галин убил себя сам. Да, верно. Мне стало немного легче. На душе не так тяжко. Но сердцу нужно время. Ну, это понятно, все это ладно. Кстати, Эйвор, я кое о чем вспомнила. Что? Что Галин здесь ни при чем. Возьми в знак моего уважения и доверия. Если будет нужно. Мое войско твое. Договорились. Ярл Скона Сома. Благодарю. Круто, круто. И все. Еще кое-что. Мы добились расположения. Мы поговорили с Бирной, пока готовились к битве. Так. И, кажется, поняли друг друга. Пусть она расскажет тебе сама. В смысле? До встречи, Эйвор из клана Ворона. Надеюсь, мы увидимся в Грэнте-Бридже. Да, да, да. Спасибо и тебе, удачи. Ярл Скона. Ярл Скона это тоже ярл, только баба, по-моему. Как я понял. Так, что там случилось? Эйвор! Птица сквозь меня пролетела. Бирна, сегодня ты одержала победу. Не принижай свои заслуги, Дрэнк. Ну-ка, что происходит сейчас? Это ты возглавлял нападение. Неужели-то она предательница? Ты так бьешься, любо-дорого смотреть. Мы все бились славно. Я все переживаю, что не того зарезали. Вы вернули себе дом. Ха! Скоро здесь будут кишеть торговцы, жрецы и ривы. Все его чары развеются. К слову, в сердце Сомы не нашлось для меня места. А пожар уничтожил мой дом. Для Сомы главное Грэнте-Бридж и его жители. Благородно, но мне этого никогда не понять. Думаю, я пригожусь кому-нибудь еще. А, она к нам идет. Тебе. Ты хочешь жить в клане Ворона? Бля, если ты на предательница. И драться, если ты не против. Ну как тут быть против? Конечно, я не против, Дрэнк. Ну ладно, хорошо, да хоть выбирать не пришлось. Рады это ладно, слышать. Она с нами. Я уже собралась в дорогу. Прикинь, а если это она предательница, короче, она к нам пришла, а мы сделали неправильный выбор. Но мне кажется, знаешь что, мне кажется, здесь какой выбор не сделаем, мы этого не узнаем. Если бы мы выбрали, что она предательница, мы бы убили ее. А к нам бы пришел тот чувак, сказал, что, блядь, мои видения сказали, что нам дальше нужно пути с этой Ярл Сконой. Понимаешь, о чем я, да? И все. Вот, кстати, как раз таки очки. Навыки. Да, сейчас, друзья, я найду что-нибудь и покажу. Нашел. Не стал смотреть все подряд. Я просто как вообще делал? Я просто щелкаю по кругу, вот иду по кругу, просто смотрю, что первое мне понравится. Да, вот то есть у меня 3 очка, мне нравится вот эта линия прокачки, я ее прокачиваю. Смотри. Удар в дальнем бою отличный из лука. Дальше. Вероятность критического удара в ближнем бою вообще супер. И урон от способности. Вообще, по-моему, шикарно вот эта штука. Мы ее и прокачиваем. Раз, два, три. Супер. Да, мне нравится. Я хочу так, да. Зовет меня Крандви. Сообщу ей добрые вести. Ага, мне нужно, значит, домой, да? Поговорите с Крандви. Да, мне надо домой. Давайте посмотрим, значит, на карте здесь ничего нету. Вот эту штуку я не знаю, конечно. Блин, я не знаю. Я тогда пытался ее замочить, не замочил, оставим ее на потом, не будем даже время терять. Я лучше приду сюда, когда буду вообще прям прокачан. Так, тут все, смотрим. А, не так далеко. Так, здесь что? 160 мощь нам не хватает. Сюда мы пока не пойдем, здесь Восточная Англия, здесь вообще будет дофига бегать, смотри сколько. Так, 160, 90... 57. Вот здесь вот можно побегать, но у нас здесь как раз дом. Сейчас идем домой и бегаем в эту сторону. Все, договорились.
А, что за фотка? Кстати, ее не было, по-моему. Ну ничего такая, да, закат красивый. Но лайк я не поставлю. Что? Встретишь... Что? Вот это что-то интересное, надо посмотреть. Все, хорошо, так, вот. А, вот все, быстрое перемещение, погнали. Мне пора к Хайсуму. Так, есть. А что я вот сейчас смотрел, вот когда сюда перемещал. О! В набег на реки. А это что? Борьба с орденом. Отнесите медальоны ордена Хайсума. А, все, хорошо. Так, и встретить кого-то надо. А, давай сначала встретим. Вот это отслеживай, пожалуйста. Встретить каких-то новоприбывших. Мы сейчас их встретим, потом пойдем к Хайсуму, а потом уже доложим, что... Здравствуй. Кто это сказал? А потом уже доложим это самое. Не понял. У него шин такой же, как у меня. Нанять. Если тебе нужен умелый моряк и воин, я здесь. О! Ничего себе, нанять Йомс Викинга. Онейси вдохновлен. Вдохновенный. Йомсинг игрока Энди. Я хуй знает. Идем, воин. Нас с тобой ждут золото и слава. Вообще не знаю, что это значит. Ну да хер. Вот честно, вообще я не знаю, для чего это я, что это я, и для чего, и зачем, и почему. Так, ладно. Какие-то новоприбывшие, давай. Посмотрим. Стоят тут люди. Ну, кто это? Никогда не слышала ни о каком герое реки. Даже не знаю, что сказать. Лучше спроси у Эйвора. Какие-то люди. Какие-то монголы? Что привело тебя сюда? Сунима такой, незнакомец. Дружина, охотники за сокровищами. Они хотят поселиться здесь. Какие-то эти, смотри. Для этого не надо золота или серебра. Только лишь верность и честный труд. Но золото тоже хорошо. Рад встрече, Эйвор. Вагн. И тебя ждут не только драгоценные металлы. На вид мы усталые оборванцы. Но знаем тайные пути вдоль берегов Англии, где можно найти много ценного для Рейвенсторпа. Хочешь интересно раскрыть их нам? Почему? Когда стол уже ломится от яств, надо созывать друзей на пир. Вот и ага, нам нужны. Да, хорошо, понятно. Я все тебе покажу. Как починим наш корабль, вместе пойдем в набег. Согласен, хорошо. Спасибо за предложение. Я согласен. Да, я все тоже согласился. Хорошо. Но нам нужно починить их корабль, да, идем в набеги, хорошо. Как интересненько. Прям так интересненько. Строительство завершено. Пристань речных набегов. А-а-а, слушай, это походу просто никуда не плавать, просто нажимаешь, куда-то, наверное, переносится он, да, там ебашишься, тебе дают на эту награду, ты обратно возвращаешься. Это интересно. Сейчас посмотрим. Ну, как тебе наша пристань? О, такой дракар привезти приятно. Приходи ко хорошо мне, когда будешь готов выступить. Обязательно. Все, сейчас идем к Хайсуму, потом идем к этой, к Ярлсконе, скажем так, к нашей. Это очень прикольно, слушай, это интересно. Так, вот, идем к Хайсуму, потом идем вот сюда. Погнали. Какое-то жилище. Не понял. Так, стоп, нам сюда. Так, сейчас мы должны отдать медальоны. Возможно, нам какую-нибудь даже награду за это даст этот. А, Эйвор, возвращаешься после битв. А то. А ты думала? Так. Так, 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 так. Где у него? А вот вход. Говорить. Отдать медальоны ордена. Отдать 6 страниц кодекса. Хуя себе. Отдать медальоны возьми ордена. Возьми. Членов ордена стало меньше. Ты реально что, еще один?
Да, не один, а четыре, блядь. И хочу дать тебе это в знак глубокой признательности. Это еще не все, Эйвор. Не понял. Отдать медальоны. А, 6 надо. Видишь, то есть нужно 6, а 4 я только что отдал. Мы 4 как раз замочили, да, получается. А дальше страница кодекса. Нельзя. Ишь ты как. Мне уже пора. Ступай с миром. И он меня научил какой-то способности новой. Где она? О, стоп, а это что? А это... А, там и там работает. Ядовитый выстрел покрывает наконечник стрелы ядом. А это? Огненная ловушка закрепляет на стреле небольшой мешочек, с которого при ударе... Это фигня, я не хочу. Шип сна, я не хочу. Ядовитый выстрел. А это, ну тоже, а нет, ядовитый удар. Покрывает ядом оружие в правой руке. Во, вот это интересно, слушай, погоди. Назначить, а вместо чего, я не знаю. Отмена, погоди. Так, вот это что такое? Так, у меня рука сверху. Ага, это хорошо, так. Это хорошо, так, подожди, а вот это? Вот это мне не понравилось. Давай попробуем вот это назначить на вот это. Да. Удар Валькирии, кстати, нужно юзать, потому что вроде мощная штука. Используется меню Ордена Древних, найти, ага, хорошо, найти Орден, Кодекс. Это Орден, Орден, так, задание, так. Вот, 4, видишь, 1, 2, 3, 4. Так, это пока неизвестен. Это тоже пока неизвестен. Ну это 90 уровень, нам никак. А все? А что значит кружки вот эти? Ага. А это как-то на карте обозначивается вообще? Нет, подожди. Обыщите что-то самую высокую, что-то там, и что-то там, что-то там. А где? Я хуй знаю. Так, ладно, хорошо. Теперь нам нужно поговорить с Рандви. Это жена нашего брата, которому сейчас скажем, что мы удачно объединили кланы Сомы и наш. Я думаю, она обрадуется. Должна обрадоваться. Я так шумно бегу, что пиздец. Приветствую. Привет, да, привет, привет. Молва о нашем поселении распространяется, так что осмотрись. Может, я уже посмотрел, да, я уже посмотрел. Данные Грэнта Бридшира теперь наши союзники. В том мне поклялась их ярл Скона Сома. Да. Отлично, Эйвор. Это будет нам большим подспорьем. Еще как. Бирна, одна из лучших воительниц Сомы, теперь будет сражаться вместе с нами. А, да-да-да. И нет равных в бою, и в дружеских перепалках. Нам с ней повезло. Я надеюсь. Честно, вообще. Мне так стрёмно вообще, честно. Потому что, блин, если мы неправильно узнали, кто предатель... Вдруг она предатель? Эйва, слушай. Кое-кто решил обосноваться рядом. Так. Кажется, торговец. Попробуй узнать, что ему нужно. Кажется, он представляет какую-то гильдию. Ого. Детский глаз, безглазых детей. Безглазых детей? Нет, что-то спутало. Спроси у него. Хорошо, я понял. Детский глаз, безглазые дети, блядь. Дети без глаз, блядь, пиздец. Так, хорошо, ладно. Поговорите с купцом. Мы сейчас сделаем для начала... Знаешь, что хочу сделать? 57 метров, погоди. Погоди. Не то, как это сделать? Это, вот, что это у нас? А что ты что делаешь? Чем ты занимаешься? Напомни, чем ты тут занимаешься? Да будешь на охоте какую-нибудь дичь, приноси сюда. Найдешь что-то очень редкое, буду рад купить.
Знаешь, отлично. Я ведь мало что могу без мастерской. Выделывать шкуры в грязи на каких-то временных столах я не могу. Отлично, хорошо, еще хорошо. Увидимся. Да, я понял тебя. Надеюсь, скоро вернешься. Так, смотри, что мне нужно сделать. Наковальня у нас есть, рыбак есть, это есть. Ух. Так, вот это что? А, это торговка. Это торговка. Это что? Вот это. Это что? Взаимодействие. Что это? Пекарня. Так. Ага. Пекарня, рыбак. Этих бараки эти мы сделали, где тренируются. Кузницу мы сделали, кстати, надо забежать. Давай сделаем дракарню вот эту. Вообще, сколько у меня материала? 140 материала! Ебаться, сраться! Давайте верфь построим. Это нам 100 материала дало то, что мы сейчас поговорили, да, объединились, нам дало 100 материалов. Да. Строительство завершено. Отлично. Превосходно, Эйвор! Твоя щедрость просто безгранична. Да, я знаю. Что вы можете? Что, ну, вот я построил, зачем это теперь все? Давайте посмотрим. Покажи свои товары. А, все, понятно. Это как в GTA тачку красить, так же и здесь делать. Ага. Корпус. Ага. Так, подожди, Бля, не приблизить никак. У меня сейчас такой, а могу сделать вот такой. Корп жажда странствий. Клан Ворона. Окей. Жажда странствий. Клан Ворона. А нахуй мне это жажда странствий у меня? Да, у меня клан Ворона. Клан Ворона, жажда странствий. Ну, блядь, этот пизже выглядит. Корма то же самое. Клан Ворн. У меня клан Ворна, зачем мне другое что-то? Что, все? Блять, да? Ничего интересного, мне между пора. Прочим. Удачи. Зачем я на это только потратил Заходи ресурсы, еще. Я не знаю. Ладно. Так. А это что? А. Ну это типа союз, вот этот, да, посмотри, все такое. Так, давай теперь к этому. Че можно улучшить, я уже не помню. Я хочу посмотреть твои товары. Давай посмотрим. Дай взгляну на товары. Так. Если хочешь, могу отдать тебе. Усилить. Так, это то, что есть у меня, правильно? Правильно. Ослабить. Ага. И все, да? Больше не... Так, хорошо. Изменить внешний вид. А, это мне неинтересно. А все, а нифига. Ничего больше не нужно? Нет. Мне пора. Увидимся. У меня все улучшено, в принципе, до упора. До встречи, Так, опа, это что? А, купец, хорошо, купец. Ладно, давай с купцом поговорим. Здорово. Здравствуй. Здравствуй. Доброго дня. Ну, здравствуй еще раз. Доброго, да. Это не важно. Говорить вам надо со мной. Че? Рандви сказала, что вы торговцы. А, здравствуй. Еще раз здравствуй. Ты глава этого чудного Че за бред? Поселения. Нет, не я. Я за него, да. Мы здесь от имени тысячи глаз, торговцев необычными товарами и сокровищами со всех концов света. У нас есть все, что вам нужно. Давай а показывай. А то, чего нет, вам ни к чему. Ручаюсь. Здорово. Ясно. А то, чего нет, вам ни к чему, вам не надо. А это дитя ваше? Дитя? Дитя? Узри! Перед тобой стоит сам мастер тысячи глаз. Глава нашей гильдии, Охуеть. Легенда и герой нашего народа, богатейший купец к западу от Инда, сам Реда. Хуя себе. А тебе? Верно, брат Волка, рад наконец встретиться с тобой. Ужасный голос, бля, почему во всех в этих играх такие ужасные детские голоса? Неужели нельзя взять обычного ребенка, чтобы он вот, мне кажется, голос, он как, знаешь, как корчится, вот, как будто, вот специально, блядь, как будто, понимаешь, это раздражает ужасно. Откуда ты меня знаешь? Как ты узнал обо мне?
У тысячи глаз тысяча ушей, а слухи расходятся быстро. Так ощущение, что это просто взрослый человек пытается говорить детским голосом. Чем же мы с тобой можем помочь друг другу? Все просто. За плату я свяжу тебя с купцами, которые торгуют везде, от песков Египта до болот Англии. Что за плата? Зависит от предмета, но есть одна тонкость. Ужасный голос. Эти купцы принимают только опалы. Ага. Интересно. И цвет очень странный. Можно подержать? Не только. Этот опал твой, Эйвор. Дар от Реды за безграничное гостеприимство. А у меня были опалы. Подходи были. Же, посмотри на мои товары. То есть у него можно с помощью опалов покупать, да? Плащ Валькирии. А это что? Тотем погребальный костер. Зачем он мне нахуй нужен? Носовая фигура берсерк. Ёбаный ты свет. Хульфур правая рука. Татуировки. Нахуй надо вообще? Ай, они меняются, видишь? 35 опала, у меня всего 69. Гнида ты маленькая, безбожная, блин. Наручи. Штаны. Нихуя, смотри, их апгрейдить можно сколько. Хуя, 3 руны, 100 опала, 120. Слушай, я коплю опалы. Все, спасибо, я понял, смотри, охереть. Ничего не берешь, ладно? Товары меняются каждый день. Рано или поздно что-нибудь присмотришь. Да, я как бы взял, мне не хватает. Мы с тобой теперь друзья. Тысяча глаз тоже твои друзья. И что это значит? Взгляни на мои одежды и платок. Увидишь такого человека, в странствиях типа? Тебе не раз повстречаются люди, одетые ага. точно так же. Я понял. Это мои подручные, мои глаза. У них будут для тебя заказы. Ага. Выполнишь? Получишь достойную награду. Я даже сочту нужным вознаградить тебя сам. Понятно, короче, я понял, это интересно, действительно. Вот и славно. А теперь извини, моему ученику нужно ставить шатер. Значит, ты задержишься здесь надолго? О, да, и не благодари. Мы сочтем за честь возможность поселиться здесь. Удачи! Удачи, удачи, блядь. Так, понятно. Понятно. Использовать карту Союза в поселении. Викинг по найму. Новое задание. Так, погоди, не понял. Задание. Ага, знания, отыщите их. Так. Найти все страницы икон, найти представителей ордена и убейте их. Повысить уровень... Так, это я все делаю, повысить уровень... Так, хорошо. Так у нас получается вот это. А это я так понимаю... Нет, не то. Так, это вот эти ребятки, это понятно. Ага. Хорошо, так, давай еще поговорим. Это что? Рыбак пока не хочу, он будет у меня рыбу научить ловить. Так, торговку. Вот торговать может быть, кстати, сделать. И еще я хотел сделать... Чего я хотел сделать? Где он? Чувак, который... А это что такое? Это кто? Это что? Еще раз. Расскажи, чем ты тут занимаешься? Хочешь набить татуировку? Приходи сюда. Все. Все, не, мне никак пока увидимся, вообще Эйвор. На это нету никаких ресурсов. Где этот? А, вот, я хочу сделать вот эту штуку, потому что он говорит, получишь там что-то там. Давай вот это сделаем. Дом охотницы, да. Да. Нам так или иначе уровень повышать поселение надо, как бы пофиг, что делать это. Сейчас посмотрим, что она предложит вообще. Вот, сейчас еще одну улучшим, у нас уже будет третий уровень. Спасибо тебе. Мы будем добывать лучшее мясо, мех и кость. Хорошо. А если решишь поохотиться, приноси добычу нам. Мы обработаем шкуры и головы. Да. Хорошо. Петре моя работа всегда нравилась, а она требовательна. Еще как. Буду иметь в виду. Удачи вам. Эйвор. Думается мне, ты точно знаешь толк в трофеях. Так, и чё? Победы я люблю, но на память редко что-то оставляю.
На твоем оружии множество следов великих битв, а в походке гордость человека, привыкшего к победам. Ага. Разве не так? Так. А к чему ты это? Мы можем быть тебе полезны. Воллес — лучший дубильщик и чучельник во всей Англии. Если хочешь, чтобы история о твоих подвигах на охоте пережили тебя, приноси туши ему. Вспомни о нас, когда добудешь редкого зверя, и мы его увековечим. Понятно, ничего особого, короче. Будет чем украсить длинный дом. Единственное, что ему продавать их можно что-то. Кстати, пока ты не ушел, поможешь нам кое с чем? Начинается. Я слушаю. Говори. Последние пару вечеров мы слышим вой волчьей стаи у самой границы нашего леса. Так. Если ничего не сделать, волки изведут всю дичь, а потом придет и наша очередь. Так. Думаешь, их надо прогнать? Перебить. Лучше перебить их всех. О, я уже гадал, с твоего разрешения, конечно же, и с твоей помощью. Я пойду с вами. Да, ты права. Я пойду с вами. Отлично. Не стоит недооценивать волчью стаю. Идем же. Вот так сразу? Не-не-не, погоди. Сюда. Я видела, как они рыскали на холме. Веди, я за тобой. Ой, друзья, погоди, веди, я за тобой. Какое там? Поселение у нас хорошо расположено. Тут красиво и много прекрасной дичи. Это хорошо. Но волков хватает. Может, из-за этого Рагнарсены и ушли? Люди нарушили. Я понял, пускай она стоит, ждет. Секундочку, поговорить хочу. Впечатляет? Никогда такого не видел. О! А, да, лося, кстати, завалил. Награда. Так, охотничий журнал. По всему миру можно встретить легендарных животных, отнести любое животное. Так, это понятно. А что за награда у меня была? Так, трофей размещен в длинном доме. Ага. Хорошо. А, скрати. Все, это татуировки делать. Заказы, легендарные животные. Покажи-ка, что у тебя тут продается. А ничего не продается, это понятно. Это все? Что это значит заказ? Думаю, это тебя заинтересует. О! Со временем будут расти и поселение, и его потребности. Принесите то... Пока все? Блин, куда я нажал? Подожди. Я кое-что принес. То бишь, нам надо собирать эти штуки, и за них будут давать награды всякие. Я понял. А как это сделать? Мне это пригодится. О, отдать, нихуя. Сила оглушения. Слушай. Нам всегда это нужно. Отдать все? Подожди. Это поможет селению. А, нет, в наличии 5, в наличии 0. Вот что мне нужно. Адам. 0-0 в наличии. 0-0 в наличии. Так, короче, надо бить безжалостных животных. Короче. У меня ничего нет. Что, все? Да. Пора. Мне уже пора. До встречи. Все. Скажи, понятно. Петре, что я ее жду. Надо сейчас бить животных начинать, чтобы добывать вот эти все штуки и менять. Новый скребок. Так, понятно. Друзья, давайте на этом остановимся, потому что мы сейчас не пойдем волков бить, потому что это будет надолго. Нарушили равновесие, и природа теперь мстит. Нападая на нас. Волки сделают все, чтобы выжить. Их потревожили, и они пришли к нам. Я понял. Давайте это оставим на следующую серию. Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии, делайте репосты. Она куда-то убежала уже, все. Ставьте колокольчик и, конечно, подписывайтесь на канал, мне будет очень приятно. Спасибо, что смотрите. Счастливо, до следующих серий.